И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games. И это видосик будет не то чтобы гайд, но может быть кому-то он поможет. Разберем мы в этом видео множество, так сказать, ошибок, связанных с The Isle, Every May. Насколько мы знаем, что после выхода третьего патча, которые разработчики долго нам готовили, да, готовили нам Дейназуха, Птернадона, новую карту, вот, то после его выхода достаточно многие игроки столкнулись с кучей просто проблем и ошибок. Сейчас я вам про них расскажу. Даже некоторые не могли попасть на стрим-тест, ну, знаменитый, вы помните, да, не находило ни серверов, ничего не показывало, игра крашилась при заходе. Давайте, наверное, немножко расскажу про патч, если хотите. Досмотри видео до конца. Я думаю, что в этом видео ты найдешь решение проблем. Вышел третий патч, затем вышел патч 3.5, который принес множество исправлений, ошибок и улучшений самой игры и связанных также с крашем серверов, игр. В игре появилась интерактивная вода, опять же летающие крокодилы, улучшенные хитбоксы. Новые постройки рейнджеров на карте. Юные ютарапторы теперь у нас умеют наскакивать на динозавров. И мы имеем возможность сбросить с себя этих наездников. Но проблемы остались. Итак, самое первое, самое главное. Первое. Как сказали разработчики, во многом краши происходят из-за того, что многие игроки пользуются Windows 7. Да. У моей знакомой была такая проблема, у нее был Windows 7, у нее Isle, ну, ни в какую не запускался, писались множество глупых каких-то ошибок, краш, EU4, там, error и все прочее. Она перешла на Windows 10, игра запустилась. То есть, десятая винда спасает. Это самое первое и самое главное, что ты должен знать. Второе. Второе. Это, ну, во-первых, конечно, нужно проверить, скорее всего, целостность самих файлов. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Ну, естественно, сначала ты устанавливаешь Evrimu, заходишь в свой Steam аккаунт, смотришь Isle, бета-версия, Evrimu Public Branch. Игра не запускается. Что мы делаем? Мы идем в локальные файлы и проверяем целостность игровых файлов. То есть вот нажимаем и просто ждем. Когда проверка прошла, то есть у тебя вот так вот все будет написано, проверка файлов Steam 100% завершено, все файлы успешно прошли проверку. То есть у тебя все файлы нормальные. Пробуй запустить игру, если вылезла какая-то ошибка, Steam автоматом докачает тебе нужные файлы. Вот, у меня было так один раз при выходе тестовых серверов и в Риме. Третье. В Стиме есть такая бесплатная программка, о которой многие не знают. Я, к сожалению, ссылки никакие не буду вставлять под видео, потому что YouTube на это в последнее время ругается и могут выдать бан страйк каналу. Есть такая программа Driver Booster for Steam, называется она. То есть вы выходите на главную страницу просто, вбиваете драйвер. Подождите, драйвер. Драйвер бустер, вот она. Она у меня уже есть в библиотеке, мне ее устанавливать не надо. То есть вы ее устанавливаете, заходите, там все полностью на русском языке, не переживайте. И жмете, там вам покажут вашу полностью систему, какие драйвера нужно обновить. Обязательно это все обновляйте. Вот, допустим, давайте я вам сейчас покажу на своем примере. Да, видео смотрите до конца, чтобы потом не было лишних вопросов. Вот так и так у меня не получилось. То есть вот мы сейчас просто давайте запустим этот драйвер-бустер. Запустили. И у меня, в принципе, видите, мне пишут, что статус драйверов актуальный. Последнее сканирование 122 дня. 15 драйверов было обновлено с момента установки драйвер-бустера. То есть можно попробовать даже запустить сканирование. Оно занимает недолгое время. Может быть сейчас. Да, вот видите. То есть мне
сейчас пишет, что мне нужно обновить для видеокарты некоторые драйвера. Вот. 7 устаревших драйверов. То есть это я сейчас делать не буду, потом все сделаю. То есть это все обновите и пробуйте опять запускать игру. Четвертое. Просто выйдите из игры, если у вас запустилась игра, не находит никаких серверов, да, или не можете попасть на сервер, тупо очень долго грузит. Либо не шевелится мышка, не шевелится голова, вы не можете есть. Выйдите просто с сервера, зайдите по новой. Выйдите из игры, выйдите из аккаунта Steam'а, войдите в аккаунт Steam и входите по новой в игру. В принципе, вот как бы вот эта проблема, она вот так решается. Пятое. Многие жалуются на низкий FPS. Как я говорил ранее, драйвер бустер вам в помощь, обновите драйвера своей видеокарты. Если у вас вдруг FPS низкий, мерцает, игра мерцает, светотени какие-то не такие, знаете, просто переустановите драйвера видеокарты. Бывает такое, что ты заходишь в игру и ты не видишь никаких обновлений. Вот последний, который я вам сказал в начале видео. Здесь просто выходите из своего Steam, из аккаунта и заходите по новой. И нужные файлы, по идее, должны загрузиться, докачаться сами. Бывает так, я уже, по-моему, повторялся, говорил, ну, повторюсь еще раз, что вы заходите в Isle Evrim, и здесь просто нету ни одного сервера. Спасает это, лечит эту проблему очень легко. Нажимаете «Скрывать пустые сервера». У меня находит все, но вам это поможет, если вы не видите ни одного сервера. «Скрывать пустые». Нажимаем «Обновить». И по идее, у вас должны появиться все сервера. Ну, то есть у меня сейчас покажет... Ну, покажет не просто пустые, да, а переполненные, где есть вообще народ. Но у вас, по идее, должны появиться даже и нулевые сервера. По настройкам графики. Я долго ходить не буду. Просто покажу на примере своего ПК. Вся конфигурация ПК будет у меня в описании под видео. Можете сравнить, посмотреть. Если у вас слабже компьютер моего, то в принципе я вот тени даже на своем достаточно хорошем ПК я поставил на низкие. Эффекты и текстуры у меня на эпике. Вы можете выставить на средние, либо на низкие. Также текстуры либо на средние и на низкие. Сглаживание поставьте также на средние. Здесь блеск, цвета, дальность прорисовки вы можете, в принципе, отключить. Нажимаете «Применить» и заходите в игру. Это для тех, кто пишет мне часто, что проседает игра, блин, какие-то непонятные цвета, еще что-то. Вот. Еще немаловажной частью является, я как-то рассказывал в каком-то гайде тоже по Айлу, когда игра не запускается, вам нужно обновить DirectX 11, потому что все современные игры, насколько я знаю, сейчас идут под этим Direct'ом. То есть проверьте, чтобы у вас был установлен DirectX 11. Его можно спокойно скачать в Яндексе, в Гугле, найти этот недостающий компонент и установить на свой ПК. Если игра у вас выглядит мыльно-размыто, поставьте масштаб прорисовки до 100%. По игровой механике что можно сказать? Ну, бывает так, что... Вот я сталкивался много раз, что просто ваш Дина не может пить воду из реки. Спасало это меня, по крайней мере, пару раз выходом просто с сервера и перезайти на него. И есть еще тоже хороший вариант, который я попробовал. Это нужно просто пройти дальше по течению, потому что некоторые участки воды просто невозможно пить.
Вот, это даже сказали сами разработчики в своем Дискорде, и что скоро они исправят данный баг. Ну уж, если вдруг у вас вообще прям низкий FPS в Риме, возможно, ваше устройство, ваш ПК просто не тянет в Риму на данный момент, вам нужно убедиться, что ваш ПК соответствует минимальным требованиям, которые можно найти и посмотреть на странице Steam. Вылеты с критическими ошибками, ну, здесь уж, господа мои, только, скорее всего, удаление игры через Steam, то есть направляетесь в ваш Steam, смотрите, где установлен ваш AIL, и полностью удаляете папку. Перезапускаете ваш ПК, перезапускаете Steam, заходите и по новой качаете AIL. Ну, а как я до этого говорил, даже если этот метод не сработал, вам нужно будет обновлять графические драйвера, либо переустанавливать ваш Windows. Если это семерка, восьмерка, только десятка, ребят. Я думаю, что в этом видео я разобрал такие самые, наверное, критические на данный момент ошибки, которые возникают сейчас в основном, которые подписчики мне пишут, часто спрашивают, задают вопросы. Я надеюсь, что в этом видео мы немножко разобрали то, что хотели. И в дальнейшем, я думаю, если ваши проблемы решаться, будут возникать новые, то обязательно я буду копать дальше, искать, разбираться, потому что я сам попадаю частенько в такие казусы, вот, и как-то их решаю. Если, в общем, вам понравится данное видео и будут еще новые ошибки, мы обязательно их разберем в новом видео. Обязательно пишите в комментариях, если у вас вдруг возникли какие-то другие ошибки, я попробую на них вам ответить. Ставь пальчик вверх, подписывайся на канал. Пока.